предстоит сегодня поработать. Аж пятый этаж, нифига себе. И лифта нет, ё-моё. А она металлическая. Она что-то говорила про пластик по телефону. Или же может окна пластиковые. Ну хорошо, ладно, поехали. Итак, привет, друзья. Сегодня устанавливаю вот такую сушилочку. Балкона в этой квартире нет. Коммуналочка. Надо установить за окном. Пятый этаж. Пятый этаж — это сколько? Метров? Метров 15, да? Шестерочку возьмем выработанную, чтобы дырочка была тоньше, чтобы зашло плотнее. Чем меньше диаметр отверстия, тем плотнее будет сидеть. Правильно? Логично? Так. Немножко смазочки. А масленка задубела. Ай, ё-моё, холодно. Масло. Да, это ж простое масло. Обычное. О! Все окей. Все окей. Сейчас мы быстренько ее установим. Специально взял отверточку автоматическую. Свет нужен или нет? Свет? Да, я вижу в темноте, все нормально. Так, давайте определимся с высотой. Как оно будет? Ну, сильно вниз не отступать, да? Насколько, да, я думаю, наверное, нет. Насколько можно выше, чтобы... Да. Просто... Ага, здесь нормально. Здесь можно прямо под подоконечком, да? Ну, да. Ну, а зачем ее низко? Потом наклоняться. Так. Где-то вот так, чтобы туда и сюда было крутить нормально, да? Пойдет? Ну, то я думаю, да. Окей. Хорошо, сейчас первую дырочку отмечу. Сойдет? Конечно, почему не сойдет? Гарантия 3 дня. Шутка, шутка. Гарантия пожизненная. Так, и маленько сложим. Так, ну, с нас все. Что там получили? Сушилочка 250, мы вчера договорились. Ну и полочка, полотенечек, как и быть. Так, без дачи? Да. Ага, окей. Хорошо. Буду денежки звонить. И обязательно приду. А вы в электрике ничего такого не... Ну, что-то понимаю.
коммунальная квартира, и надо вам сделать как бы, чтобы у нас отдельно. А, не, монтаж не делаю, это надо вам тут монтаж делать, счетчик, да? Чтобы счетчик и розетки завести. Да, от своего. От своего, да. Это мы знаем. Я даже не знаю, кого вам посоветовать. Те, кто этим занимался, кого я знал, уже никто. Так, народ, монтажники есть? Кто хочет в коммуналке провести? Это я зрителям говорю. Кто хочет в коммуналке провести электрику? Пишите. На этом все. Всем пока.